кстати, по рейтингу у него нормально, там под 4000, если я не ошибаюсь. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Так, опять же, от позиции будем смотреть, как действовать. Не хватает минералов. Пока строим рабочих. 9 пилон, 13 гейт. Не хватает минералов. Стараемся ставить на ближние кучки, так чтобы они недолго там тупили. Вот он как-то ездил не в тайминг и съехал с ближней этой кучки. Так, что это, блин? Нос заложило, окно открыл немножко. Ставим газ. Стандартный. Обыкновенный газ. Вон. Трех рабочих на газ, едем далее в разведку и ждем гейта. Блин, какие-то паралаги присутствуют. Чтобы поставить кибернетку. Так, кибернетку ставим, все окей. Здесь чекаем, все. Тирана, как обычно. Ничего невозможно посмотреть. Ставим третий пилон пораньше и ждем Зилота, чтобы ударить рабочего. Настал час. Мы клинки Айура. Так, ну тут я пока газ строил, завтыкал. Стандартный билд. Три гейта понадежнее. Здесь отбегу пока. На наши зомби напали. Ради возмездия. Так, интересно, как это он про рабочего понял. Или он просто так вышел. Очень разумно. Непонятно совсем. Так, да, там что-то банши или что-то такое. Разработка завершена. Строится бункер, потому что возвращаем рабов на газ. Пустота. Варпим сталкера, возвращаемся сюда. Мопед ушел.
Отводим рабочего, повелся на рабочего, потерял мопед. Но рабочий тоже умер, к сожалению. Но это не страшная потеря. Так, какие-то микрокосяки, блин. Так, здесь ничего нет. Строим колосса, овса отводим. Вполне возможно, что это какой-нибудь заезд гелионов будет. Или что-то в этом роде. Выехал танчик. Значит, это, я не знаю, может быть база. Ну, в смысле, база-то понятно, но через Сидж, наверное. Поэтому летим чекать, что там. На самом деле. И заказываем фаржу. Да, это выход в базу. Ага, опс, потерян, понятно. Заказываю базу и ставлю рабочего на ксилнагу сразу же. Здесь буст грейда атаки. Пилонов уже впритык. Летает банша. Мы строим апса. Как раз на всякий случай пригодится он. Здесь перевожу рабов. Это неспроста он здесь светит. Видимо, что-то замыслил нехорошее. Так, забыл я, что не на П, а на Т, ё-моё. Шторм делается во втором Старкрафте. Оп, вот это было очень хороший момент. Я здесь, среди теней. Оп. Убрал еще баншу. Я здесь, среди теней. Thank you.
идем в атаку. Так, все окей пока что, но... Так, есть заход тут на базу. Это очень жесткая ошибка с его стороны. Было зайти туда. Трое психов. Так, здесь надо оставить пару психов на будущее, сделать блинк. Так, достроился второй пилон. Купил он колосс. Заходим к нему на третью базу проверять. Хорошо. Мы едины. Мы отблеск света к вам. И идем убиваем ему базу. Что-то база не умерла. Так, пора добавлять гейтов побольше. Второй роботикс. И сделать грейдов, а то чтоб я забыл совсем, что они существуют. Базы разбиндились почему-то. Так, здесь заказываем зелков побольше. Станем бараки. По психу на зелнаги каждую поставить. Что если вдруг движение будет, я спалю его и сразу кину шторм. Да, вот какое-то движение здесь происходит. В общем, выходим макро и строим много всего-всего-всего. Месторождение минералов истощено. А теперь погнали. Что?
Так, идем тупо зилот и колодцы. Так, здесь все сбиваем. Стараемся побольше урвать. Улучшение завершено. Построим здание для вот этих парней. Пригодится. Жизнь за Айур. Так, ну тут дропа отбили. Сейчас переключаем атаку на ту сторону. Останавливаем здание для психов. Вот все на этой стадии фидбэки, конечно, все такое. Особо комментировать нечего. Пытается он развести. Ну, в общем-то, тут уже такое макро, что можно, в принципе, слать все через атаку. Еще забыл я, что можно добавить, вот, например, старпорты, как... И просто фениксов попозже выходить. С колоссами, то есть это будет у него все равно нечем. Просто-то их убить. Так, но нужно делать грейды на них. В общем-то, на такой стадии вот так вот я и делаю обычно. Просто масс зданий. Я не буду служить.
Так, ну тут надо догонять его. Там рабочие, я смотрю, в пачке бегают. Будет исполнен. Я звездный охотник. Базу убил он мне. Переводим рабов. Ну и тут приросты с разных сторон. В общем, суть в чем, что как и в первом StarCraft, просто переходите на все. И воздух, и не воздух, чтобы гибкость была. Да, все ГГ. Ну, можно по собранию, конечно, единственное играть и все четче намного делать. Тогда будет вообще окей. Так, сейчас я гляну, что там этот Crusader.